Капитальный ремонт дома по улице Пушкина, пострадавшего в марте от взрыва, практически завершен. Здесь укрепили фундамент, восстановили стены, провели абсолютно новые инженерные коммуникации. Некоторые квартиры уже готовы к заселению, ждать осталось совсем немного. Под конец января гарантированно все получат свои ключи от квартир. Фактически это, скорее всего, произойдет раньше и даже будет происходить поэтапно, потому что, как я уже обозначил, к примеру, одна квартира уже под ключ сделана. Поклеенные обои, но там мелочевка осталась, там условно розетки поставить, унитаз, раковину, ванну, и квартиру уже можно отдавать. В некоторых квартирах еще пока идет отделка. После полного высыхания слоев штукатурки подрядчик приступит к поклейке обоев. Их хозяева выбирали самостоятельно. На собрании жильцы решили, что лучше подождать, доделать все работы качественно и только потом переехать в обновленные квартиры. Батареи уже стоят новые, то есть все трубы новые. Поэтому я думаю, это лучше для этого дома, что могло быть. То есть полное восстановление, замена всех коммуникаций. Я человек пожилой, и я за свою квартиру дорожал уже за нее, потому что мне было обидно. Столько я вложил средств, и вдруг вот, и ее начнут все ковырять. Ковырять и думаю, что же. Они говорят, не переживайте, будет все хорошо, и такая же будет отличнее. Вот все хорошо. Мы туда ходим почти не каждый день, а через день, все время. Обои выбрали себе? Да, мы выбрали, как сказали, все записали и отдали уже. Все работы идут параллельно, служба газа тоже на финишной прямой. Во всем доме теперь будет новое оборудование с полным соблюдением техники безопасности. Да и вообще, с точки зрения безопасности и энергоэффективности, дом будет соответствовать самым современным стандартам.